Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Лукашенко заявил, что Белоруссии предложили воевать с ВСУ против России. Белорусский лидер Александр Лукашенко озвучил общественности некоторые подробности закулисных переговоров Минска с Киевом и западными столицами. Тот факт, что указанные переговоры ведутся, можно было догадаться по ряду решений, предпринятых белорусским руководством ранее вразрез с позицией Москвы. Главными такими решениями стали внезапный отвод белорусских войск от границы с Украиной и открытие белорусской границы для граждан всех стран Евросоюза. Лукашенко отметил, что западные лидеры активно советуют Минску не только плюнуть на Россию и отвернуться от нее, но и оформить военный союз с Украиной и на пару с ней вступить в войну с Россией. Для западных стран такой сценарий представляется оптимальным. Там понимают, что Россия и Беларусь и Украина рано или поздно объединятся. Это создаст серьезную угрозу доминированию англосаксов в Европе и остановит дальнейшее продвижение НАТО на восток. Сейчас через военную поддержку Украины западные страны столкнули в военном противостоянии два славянских народа. Если к конфликту подключится и Беларусь, то на Западе будут этому только рады. Правда, лишь в том случае, если Минск объединится с Киевом и выступит с ним единым фронтом против Москвы. Такой сценарий вполне мог быть претворен западными элитами в жизнь в 2020 году. Если бы не оперативная поддержка, оказанная Лукашенко российским руководством, политический режим в Беларуси сменился бы на прозападный, и Беларусь, по примеру Украины, взяла бы курс на разрыв отношений с Москвой в пользу налаживания связей с Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном. Лукашенко отметил, что и сейчас западные лидеры окучивают белорусское руководство и предлагают ему завести войска НАТО под Смоленск. Однако указанные предложения, по словам Лукашенко, отвергаются белорусской стороной. Для Минска указанные предложения неприемлемы.